Вот, ребята, видите, какой вид? Я опять, думаете, за границей? Нет, блин, я у себя дома. Город Оренбург, поселок Кузнечный. Это, как говорится, не если мы не можем поехать в Венецию, Венеция приедет к нам. И вот она приехала. А вы знаете, как мы до дома добирались? На лодке, на резиновой. И у него он братец есть один, он немножко недалекий, блядь. И вот он с этой лодки слазил, блядь, и нырнул под воду. Лодку на себе перевернул, до сих пор вот сохнешь, ходит, блядь. Алёша, блядь. Вот такой вид у меня теперь с окна. Вот моя баня любимая ушла под воду, блядь. Сегодня у нас 8 апреля 2024 года. Вот такие дела. Приехали в дом. Здесь по мелочи что-то забрать, вот на бардак не обращайте внимания. Это все вещи, все, что было, подняли. Потому что на первом этаже у нас вот так вот, блядь, водичка по... Вон, видите, да, по подоконник грязненькая. Так что мы теперь вот так вот существуем. Ну вот, такая вот история.